Сьогодні «Авангард» впевнено переміг. Грали ви з непростим суперником із Остротою. Втім, 4-0 рахунок. Що скажете по грі? Дійсно, суперник оказався дуже достойний. Якщо сказати, що з таким суперником завжди приємно грати. Несмотря на пораження команди, я думаю, теж заслужував на перемогу. Але я думаю, в наступних турах вони зможуть свої очки заробити. Сьогодні дійсно «Авангард» побідив. Чому? Тому що Действительно, все игроки находились на своих позициях, никто не выпал. Как видите, вратарь отставил на ноль, несмотря на то, что он играет полевым игроком, ну, оказался очень эффективно на воротах. И пятую игру, действительно, он сыграл на ноль, в конце концов. Вот. Ну, важный момент – это то, что каждый находился на своей позиции. Поэтому в футболе это очень важно. Команда шла вперед-назад, двигались, открывались, пасовались, то есть где-то технику проявили. Ну, в некоторых моментах можно пересмотреть, очень красивые голы забили. Ну что, желаю сопернику также не падать духом. Было приятно играть, практически эмоций не было. То есть действительно был сегодня просто футбол. Спасибо большое. До речі, ви сказали, що класні голи сьогодні забивали. Пригадується відразу взяття воріт у першому таймі. В дев'яточку Краснянський поцілив класним ударом. Можливо, якась у нього мотивація була? Можливо, ви мотивували його додатково якось командою? Я с Бровки пытался подсказывать, но я хочу сказать, что Виталик не один гол забил уже на чемпионате, именно с дальней позиции, в девятке. То есть очень техничный, действительно очень грамотный центральный игрок. Это его позиция, то есть он абсолютно и правильно принимает решения, важные решения. То есть он увидел, что воротник чуть-чуть вышел вперед и сразу же пробил. То есть действительно он, это его как бы фишка в этом чемпионате. Я считаю, что он забивает один из самых красивых голов. Поэтому его нужно отметить обязательно как игрока тура. Гол действительно достоин для того, чтобы быть, может быть, голом тура во второй лиге. Так, гол дійсно красивий, тому ж ми його і відмітили. Звичайно, Краснянський багато класних голів забив, але ж цей особливий. Зокрема, ви сьогодні пропускали зустріч через вилучення в минулому турі. Не вистачало вам ось цього запалу із середини гри саме? Що відчували на бровці поля? На бровці пытался ребят поддерживать, то есть подсказывать какие-то более конструктивные, дать подсказки, то есть не давить, не перекрикивать. То есть считаю, что помог ребятам, где-то подсказал, потому что иногда на поле вот часто ошибки происходят. Почему? Потому что не разговаривают.
Вот. Поэтому, когда люди общаются, все-таки как-никак, минимальные подсказки, они очень сильно помогают. Вот. Со своей стороны, конечно, я был и не только подсказывал, но и был болельщиком. Считаю, что для команды очень важно, ввиду того, что сейчас пандемия, болельщики не могут приходить, поддерживать, так как ну, раньше было, там жены, дети приходили. То сейчас действительно я выполнял функцию болельщика и тренера. Вот, поэтому рад, что ребятам, может быть, эти подсказки были полезны. Ну и мои болельщики, как бы, вот подсказки тоже были для них вдохновением. Зрозуміло. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Ще раз вітаю команду «Авангард» і вас, зокрема, з перемогою. Всього найкращого. Спасибо. Гарного вечора. До свидания.